Привет всем! Вы на канале Охотничья Группа Перепел. Сегодня у нас 30 декабря, предновогоднее настроение. Всех хочу поздравить с праздником, с наступающим Новым годом и Рождеством. Ну, пока готовятся салаты, мы вышли походить со своими собачками по полю, погонять зайчиком. Вот у нас, сейчас покажу собачек. Серая — это Дина, у нас 3 года. А белая — это ее дочка Боня. Ей сегодня 11 месяцев. Она родилась у нас 30 января прошлого года. Ну, уже работает. Прям, можно сказать, отличненько. По посадочкам, по камышам. Везде. Вот уже и следы зайчих. Только вышли с машины ночные, бегал. Ну, в общем, сейчас пойдем на поле, посмотрим, где он лежит. Стрелять будем патронами сегодня. Самодельными. Станком заряжал Ли. Про станок будет отдельное видео. Обзорчик небольшой. И как я заряжаю патроны. Очень хорошие патроны. Порох Ирбис. Ну, потом все расскажу. Резкость хорошая. Собачки сейчас пробегутся немножко. И вернуться будем охотиться дальше. Давайте. Сюда идите. Надо в посадочку, да, зайти. Посмотреть, что там. А вот свежачок, вот. А, нет, это собака моя, где-то тут забегал, только что. Не, она на ту сторону пошел. Ну, земля хорошая, тверденькая. А где по снегу идешь, там слишком мягко. Идем. Вон заяц сидит. А, побежал, увидел меня. Ах ты, косой. Красавчик. Бегают туда-сюда. Короче, они не сидят в лёжке. Никого и охотников нету. И они вот это на поле, с одного поля в другое. Вот, вон еще побежал заяц. Вон еще один. Вон два, один подряд, второй. Побежал в посадку. Интересно. Даже если ничего не добудем. Так интересно. Бегают туда-сюда, везде. О, собачки почули. А ну. Загалкала собака. Взяла след старый. Ну, не старый, свежий вот этот. Что пробежали. Спаниельки у меня с волосом. Обе.
сюда забегали два зайца в посадку. Оттуда шум. Пробежали, сюда забежали. Собачки, он ищут, ищут. А он уже, наверное, перешел на соседнее поле. Ищи, ищи, молодец. Старается, ищет. А он их обвел вокруг пальца. И уже, наверное, сидит, кушает там озимку в другом месте. Побежала по следу. Или Лёшку сейчас подойдем, посмотрим. Да, был зайчик, лежал, рёбся. Но он не лежал, он покушал люцерны и пошел. Пора, псу увидели свежий след. Сейчас пойдем глянем. Дует. Сдвойка, скидка вот. И все, где делся. А, это кот ходил. Не увидел, скидка была, не увидел, скинулся, а потом следа не было, может, ушел. И все, обошел круг, нету. Ушел, значит, скинулся и пошел на дорогу. А не, вот она, вот она. Вот у нас. Нашел. Ага, опять сдвойка. Скидки нету. Ага, все, он пошел.
Все, все, собачки. Пошел. В посадку зашел. Не дошли до него 100 метров. Снимать, да еще и рапсом шелестит. Сегодня снимаются все на полях, но снимаются далеко. 100 метров самый ближний поднялся. Даже ни разу не стрельнул. Ну ничего страшного. Еще у нас впереди два поля. Уже до машины идем. Сейчас шли, тоже поднялся. Я уже и на ветер шел, и с ветра шел, и вдоль, и поперек. И вот он лежал. Вот. Вода еще стоит. В воде лежал. Блин, ну как так? В посадке сухо, лежи в посадке. Нет, в воде. И побежал туда, он собаки все загнались, повысили свет. Пошел в посадку туда. Они опять взяли след. Вы куда бегали? За зайчиком? А? Боня. Бонечка. Ты куда? За зайцем бегал? Иди сюда. Идите сюда. Эти мамонька. Мокрые. Прозевал зайчика прям из-под деревьев выскочил, а я пока на собак засмотрелся и прозевал. Ну ничего, зато видел, стрелял даже, не успел записать, правда. Думаю, сейчас успеем записать, если еще будет. Посадка узкая-узкая, и он лежит тут прям. Боня, 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 спешишь? Подведем итоги охоты сегодняшней нашей. Короче, видели 8 зайцев. Поднимались они на поле где-то в метрах 150-100. Не подпускали вообще сегодня. Одного я прозевал. Выскочил прямо с под ног. И камера была выключена. И я прозевал, засмотрелся на собак, пока собаки погнали одного зайца. А этого я прозевал. Ну ничего. В итоге ни один заяц не пострадал. Все живы, все здоровы. Охота, я думаю, удачная получилась. Хочу еще огромное спасибо сказать каналу Starfish, группе Starfish за предоставление камеры нашему каналу. Ссылка на группу Starfish будет внизу в описании под этим видео. Смотрите, подписывайтесь на канал Starfish. Там тоже много
очень интересных видео, кадров всяких по рыбалке. Все, до свидания. Еще раз с праздником всех, с наступающим Новым годом и Рождеством.